Всем большой-пребольшой привет! И в таком свеженьком образе решила я для вас снять видео топ 15 ароматов. Ароматы это будут весенние, то есть на то, что я буду пользоваться сейчас, апрель, май, и ароматы уже на лето. Почему назвала топ 15? Потому что я выбрала 10 ароматов на весну, которыми я планирую пользоваться и уже многими активно пользуюсь. И 5 ароматов, мне кажется, такие более летние, интересные какие-то именно для лета и, ну, на мой взгляд, летние. Подробного видео здесь не будет, то есть тут я все кратко пройду, покажу, расскажу по нотам, я долго останавливаться не буду. Аромат, я думаю, многие в доступе, это ароматы и весенние, понятно, и Avon, и Faberlic, то есть это каталожная парфюмерия, и также, которая в доступе может быть всегда и везде. И у всех. Вот. В предыдущем видео я вам рассказывала Wildberries вторую часть, много, как всегда, там наговорила. Забыла показать косметику, которую делала макияж глаз. И сейчас еще добавила немного другой макияж губ. Покажу вам это, если останется время в конце видеоролика. Если вам интересна такая тема видео, то оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Все вокруг расцветает, распускается, и девушкам, женщинам хочется хорошо и приятно пахнуть. И для этого есть такие более легкие водички, на мой взгляд, которыми можно пойти в магазин, куда-то, например, на маникюр, на макияж, если кто-то ходит просто погулять, а какие-то именно для работы. И здесь я тоже об этом скажу. Ну и возраст, конечно, я тоже буду учитывать, но давайте пойду я в своем таком непроизвольном порядке, покажу свою давнюю любовь, которую еще мне Инночка отправляла, спасибо большое тебе, и очень я люблю вот эту Пурбланку Блаш, это для меня именно весна, весенний аромат, летний аромат, у меня это уже, по-моему, второй или третий флакон, я со счета сбилась, это розовый флакончик, к сожалению, сейчас ее не делаю, здесь останавливаться я долго не буду. Да, по-моему, заявлена была красная смородина, насколько я помню, в нотах какие-то цветы и пудровость определенная. Это аромат игривой девушки, женщины такой, летящий, воздушный, фруктовый, молодой, в душе, по крайней мере, точно. И это мой аромат, я его очень люблю на себе, люблю фруктовые, цветочные, пудровые, это все вот как раз вот в данную линейку, в данную сторону. Аромат этот я могу посоветовать, мне он очень нравится, и я им буду с удовольствием пользоваться. Следующий аромат, который покажу, это Avon. Давайте уж про него заговорили. Celebr. Он тоже, по-моему, был лимитка. Неоднозначный аромат. Это скорее уже больше такое, знаете, в сторону нашей юности, но нашей, не только нашей, наших мам, бабушек, я ничего плохого не вижу. Что-то уже такое до боли знакомое. У кого-то уже обязательно такой аромат был. Это аромат, ну, как по мне, ретро. Там, по-моему, насколько помню, есть цикламен, такой цветок тоже необычно интересный, арбуз. Какие-то такие ноты фруктовые, цветочные, они тоже есть. Примерно то же самое семейство. Хочется пахнуть как-то необычно, приятно, цветочно, весной, летом. Вот этот аромат, в том вот больше такая пудровость и сладость есть в предыдущем аромате, но не приторно. Этот аромат больше такой же со свежей ноткой. Я думаю, что он подойдет не всем. Наверное, девушкам лет от 30. Тот, наверное, аромат можно и молодым, который до этого показывала. И он не очень стойкий. Тот и другой аромат, но держится примерно где-то 5-6 часов. То есть я на работу, например, не буду использовать, но сходить прогуляться куда-то, да куда-то, почему бы и нет. Дальше аромат покажу вам. Давайте из стойкой версии третий аромат. Это то, что я у Инны покупала. За что тебе большое спасибо. Она мне делала пересыл. Это у меня Givenchy, это люкс Irresistible. У меня осталось вот столько немного уже. У меня была половинка, когда мой аромат был приобретен. И это очень приятный весенний аромат, как по мне. Такой он, с одной стороны, фруктово-цветочный, с другой небольшая, совсем чуть-чуть еле уловимая древесно-восточная нотка. Приятнейший аромат, я им с удовольствием пользуюсь именно на работу, потому что его стойкость очень хорошая. У данного аромата уже более такой, там, если близкий от предыдущих ароматов, это больше как водички, да, туалетный шлейф, то здесь шлейф уже побольше. Более красивая такая, да, и увесистая упаковка, потому что это люкс. Ну и аромат по стойкости более стойкий. Поэтому, если вы что-то хотите люкса, у меня, по-моему, из люкса как раз этот аромат здесь один и есть, и представлен. Это третий аромат. Дальше покажу вам, давайте не отходя далеко от темы Avon, у меня есть вот такой, не такая уж давняя новинка, ну такая была когда-то новинка, это аромат Love You Avon, не так давно он выпущен, я его тоже оставляю на весну и на лето, там есть нотка малины, она отчетливо слышится, и как по мне это тоже аромат с отсылка куда-то, то, что уже раньше было в Avon, то, что раньше было у наших мам-бабушек, то есть туда вот в далекую даль,
ностальгический приятный аромат. Нотка малины здесь, по-моему, и розы отчетливо слышится. Люблю я и ту, и другую ноту, поэтому буду с удовольствием пользоваться данным ароматом. Ну и, конечно, красивое такое оформление, розовое сердечко. Мне очень нравится, милое, девичье. И буду также пользоваться с большим и большим удовольствием. Следующий аромат, давайте не отходить далеко от темы розы. Аромат с чистой нотой розы, наверное, на мой взгляд, и роза здесь изображена. Этот аромат от L'Etoile. Каждый год весной я достаю его. Да, кстати, насчет розы, вот у меня роза. Потому что мой самый любимый аромат в парфюмерии, в косметике, это роза. До сих пор так было. Если вы так же любите, как я, то ставьте лайк. Если нет, то, как говорится, каждому свое. И все знают, и что кто-то любит что-то больше, что-то меньше. Если вы любите именно розы в парфюмерии, то советую присмотреться к этому аромату. Я иногда пользуюсь на работу, потому что он довольно стойкий. Это аромат Neon Flowers, в свое время, да, Purple Bouquet называется. Я, когда его покупала, он был 1000 рублей. Там точность, основная нота розы. Аромат, ну, такой ярко выраженной ноты розы цветочной. Если вы ее любите, то советую присмотреться. Говорю, что все сейчас расцветает, хочется быть таким цветочком, легким, невесомым, женственным, красивым. Вот этот аромат, мне кажется, как раз именно для этого и есть. Без возраста он абсолютно, я думаю, он и мамам, и бабушкам подойдет, и девушкам. Мне даже немножко здесь как-то, когда пробовала его в колпачке, оказался на руках очень-очень приятный. Дальше у меня аромат такой был и зимний, но и переходит со мной в любимчики весны. Это Сюр Ла Ланде от Ив Роше. Там есть нотки таких более такие подходящие, тепленькие для зимы, но и весеннее раскрытие, я думаю, будет этого аромата тоже хорошее. Цветочно-фруктовый с морской ноткой бриза, по-моему, заявлен аромат. Довольно он дорогой. Я его покупала у Машеньки, за что большое спасибо. Если смотришь меня, привет тебе, спасибо. У меня осталось полфлакона, буду с удовольствием тоже пользоваться. На весну считаю хорошим вариантом. И фраше ароматы довольно стойкие и хороший у них шлейф. По возрасту, я думаю, что тоже где-то лет от 30, не сказала бы я, что это очень молодежный аромат, но каждому свое. Дальше покажу вам ароматы уже от компании Faberlic, которые у меня здесь представлены. Это будет раз, два, три, три аромата. Вот эту Гала или Хала, не помню точно как, восточную красавицу, которую я открываю двумя способами, можно так и можно так, я буду использовать весной, потому что здесь есть нотки тоже такие фруктовые, восточные, весенние, все вот расцветает, такой сладкий, знаете, аромат, вот это уже, наверное, подойдет, я думаю, что и молодым девушкам от 20 лет, ненавязчивый, фруктовый, цветочный, очень приятный, вкусный, даже не побоюсь этого слова, искристый аромат. Аромат дневной. Вот, кстати, все, которые вам показывала, предыдущий аромат, я думаю, что они дневные. Потому что пока по вечерним, ну вот покажу чуть попозже, будет у меня, наверное, один аромат, который вот из топа 10, вот этого весеннего, который можно отнести к вечерним. Ну, кстати, вот этот аромат тоже подойдет, наверное, на день и на вечер. Потому что в нем интересное такое сочетание нот фруктово-цветочных и каких-то восточно-древесных переплетений. Точные ноты я, к сожалению, не помню. Красивый, яркий флакон подойдет девушкам, женщинам. Более простенькая такая водичка на контрасте от Faberlic уже не представлена в каталоге, долго говорить не буду. Я даже продавала эту водичку в свое время. Ну, естественно, своей знакомой, очень хорошей, давней. Эта вода очень приятная, это вода Личи. Моноаромат, там есть много представлен разных, у меня подруга брала, Мариночка, привет тебе, знаю, что ты любишь некоторые водички из этого, по-моему, яблоко она брала, точно, и вот я очень люблю Личи. Здесь у меня в этом топе будет три аромата, пока вот показываю вам Личи, потому что Личи я отношу, наверное, все-таки больше к весне, но подойдет и к лету. Это фруктовый моноаромат Личи. Личи это, я даже не знаю, как точно описать, есть описание, если что, можно погуглить, посмотреть, это то ли ягода, то ли фрукт. Сама лично я личи ела один раз, как только устроилась на работу. Маргит, у нас есть личи. Я взяла одну штучку, попробовала, мне понравилось. То есть каждому, конечно, свое. Я пробовала личи, пробовала питахаю, драгонфрукт, мне тоже понравился. То есть тут каждому свое, мнения разделяются. Но мне такое нравится. И аромат личи моно, приятный, он ненавязчивый, но больше в сладкую сторону уходит. То есть я его беру на весну больше, на лето, наверное, будет сладковат. И, ну, может быть, я его оставлю на осень. Но там, естественно, я вам весь топ покажу, который будет осенний. Он, возможно, будет немного другой. И еще у меня аромат от Юдашкина. Есть их два аромата, как вы знаете, золотистый и розовый. У меня розовый аромат, это роза-роза, опять же, роза-шиповник. И это аромат, ну, лично для меня, опять же, весны. Аромат этот в сторону терпкой такой, не сладкой, а больше такой кисловатый. С кислинкой розы,
Мне он очень нравится, приятный, у него красивый увесистый флакон. И я брала по распродаже, это Валентин Юдашкин Роуз, у меня артикул 3004. Приятный, по-моему, в нем больше идет, чем 50 мл, но не очень, он у меня, как вы видите, быстро уходит, весной сейчас планирую активно пользоваться. Довольно стойкий аромат, думаю, что даже на работу приятненький будет аромат, можно будет ходить для разнообразия. Ну и последний аромат из весны, то есть 10-й. И покажу 5 ароматов лета. Это моя недавняя новинка, которую можно приобрести в Wildberries, на Озон, то есть уже в таких платформах, либо в магазине L'Etoile. Именно там я его натестировала, мне он понравился, и я решила взять вот такую вот версию. Наверное, этот аромат из всех ароматов более вечерний. Если все предыдущие я могу отнести к дневным, ну, за исключением, наверное, аромата от... Какой аромат? Я уж не помню. Ну, в общем, там один, да, я вам сказала, вот этот Faberlic, вот этот вот розовенький. Наверное, на день и на вечер, я бы сказала, можно. А вот этот аромат уже именно вечерний. То есть он настолько приятный. Тут у меня кошка. Внимание, не обращайте, надо будет себе. Он с очень интересным перекликанием нот. То есть в нем довольно много нот, можно почитать. Это Paramore. 50 мл у меня это в объеме. И это турецкий аромат. Открытому написано, что может быть 36 месяцев, так долго, но это очень приятный аромат. Стоил он, кстати, бюджетно очень недорого, в пределах, по-моему, 500 или 600 рублей. У него просто интереснейшая композиция. И фрукты здесь есть, и цветы, и какие-то восточные, древесные нотки. Он очень нравится моему мужу. Кстати, вот комплименты он собирает. И я думаю, что он подойдет именно на... весну хорошо и подойдет на вечернее время. Здесь вот кисточка немножко, сейчас она мешается, но она является красивым дополнением к аромату. Вот эти цветы здесь, пионы, по-моему, да, изображены, насколько я понимаю, там внутри флакона очень красивое оформление. Я люблю все цветочки, это, конечно же, мое-мое, и буду им с удовольствием пользоваться. Вот так быстро-кратко вам показала свой топ-10, но кроме него я еще решила добавить и 5 ароматов, которые, ну, так скажем, это уже будет топ-15, которые я хочу использовать летом. Отдельное видео про летние ароматы я не буду снимать, то есть кто что хочет, кто-то хочет что-то, может быть, летом более цитрусовое, кто-то, может быть, более, не знаю, свежая, кто-то более цветочная. Я вот отобрала свои ароматы, 5 штучек. Это 2 от Faberlic, 2 от Avon и один такой, скажем так, который можно приобрести. Ну, давайте начнем с Faberlic, вот с этих простых водичек. Это Aromania моноароматы White Tea. Насколько я знаю, белый чай, он уже тоже не представлен, у меня его немного осталось. Это такой свеженький аромат. И вообще в каталогах, когда они позиционировались и появлялись эти водички, было написано, что их можно смешивать друг с другом. Я этого, если честно, делать не стала, потому что для меня вот этот аромат такой, знаете, легкий на каждый день, но, наверное, выходного дня, там, добежать до магазина, куда-то сходить погулять, именно летом, потому что он уже со свежей ноткой, какой-то такой водянистый немного, меня он абсолютно как, ну, уже не сладит. Это аромат больше в сторону такой свежести и травянистости. Вот если вы любите такие запахи, присмотритесь к белому чаю. Есть там какие-то, остались, по-моему, аква вода, еще какая-то моноаромата. Не знаю, когда-то я попробую их или нет, возможно, возьму, потому что вот эти водички, как вы видите, да, по моему расходу, ну, здесь, конечно, лича у меня поменьше, то есть тут даже половины нет, да, еще им попользуются. Вот здесь уже больше половины у меня истрачено, то есть это водичка, которую я люблю именно летом использовать, она у меня стоит так, ну, скажем, сезонно. Они приятные, ненавязчивые, мне кажется, они пойдут даже для подростков, девочек, для девушек, женщин, ну, для бабушек, конечно, вряд ли кто-то такими прям очень свежими пользуется, но для, так скажем, возрастной категории лет до 50 вполне можно этот аромат использовать. И второй из этой серии, это для любителей такого всякого, я люблю кокос, люблю манго, да, вот это все мое, бананы, кокосы, вот, как в песне-то, да, апельсиновый рай, это все мое, но апельсин, правда, не очень люблю, именно в ароматах сами апельсины люблю кушать. Вот, тут у меня манго аромат, Aromania, вот такой желтенький, у меня его половина, да, наверное, примерно. Манго – это моноаромат самого манго. Вот этот аромат больше уходит в сладкую сторону, если вы хотите сладкого манго. Я его чувствую довольно натуральным. Само манго, я знаю, кушала. Как оно пахнет, вот этот аромат передан манго очень и натуралистично, и хорошо. Если хотите, то можете попробовать. Вот из Faberlic это все, 2 аромата. Дальше ароматы от Avon. Это... по-моему, сейчас, не помню, представлен или нет, но, по крайней мере, точно такая линеечка есть. Summer White Гавайи у меня в данном случае вот такой с красным колпачком, истрачена половина.
Это аромат весенний-летний, но ближе, наверное, все-таки к лету я его использую. Гавайи — это, ну, летняя тематика, да, такая островная, отпускная. Очень приятный аромат. У меня из того лета куча воспоминаний, впечатлений вот от этого яркого летнего солнышка, от пляжа, когда я иду, допустим, загорать. Я люблю этот аромат на себя наносить. Он подойдет для того, если вы хотите загар, какую-то легкую летнюю водичку, которая вам напоминает, например, о каких-то... Но если вы были действительно, да, на юге, каких-то приятных теплых моментах, воспоминаниях летнего солнышка, вот этот аромат, мне он очень нравится. Я не думаю, что он-то подойдет, ну, точнее, он, я думаю, наоборот, что подойдет абсолютно всем, потому что он не имеет, ну, никакого-то возраста вот для меня, ничего такого. То есть это аромат действительно такой летний, конкретно летнего, ну, для меня пляжа, солнца, отдыха, моря. Я на Волгу хожу, то есть я на Волге прекрасно получаю впечатление с этим ароматом, когда волосы развиваются на ветру летом и пахнет этой водичкой. Вот в этом году также планирую, у меня еще есть половина, буду с удовольствием вспоминать, что было, ну и новые воспоминания тоже благодаря ароматам создавать, потому что я вот как понимаю, что для меня и косметика, и вода, да, то есть парфюмерия, это какие-то воспоминания, моменты приятные, отрывки. Вот, если для вас так же, ставьте лайк, думаю, что это для многих так. То есть вы когда-то надушились, пошли на какое-то мероприятие, запомнили, как от вас пахло, или сделали какой-то макияж, запомнили, или одели какую-то одежду, и у вас уже это как бы ассоциируется, да, с тем моментом. Моментов в жизни у нас приятных не так много, и мы создаем сами свои воспоминания. И вот такая вот водичка, она более свежая, она, по-моему, была... насколько я помню, лимитка сейчас вроде бы она не представлена в Avon. Это вода Happy Attitude. Она более морская, на мой взгляд, но там есть небольшая цветочная нотка. И поэтому она уже больше морскую тематику. И тоже таких ароматов у меня нет. Если сравнить, то это с белым чаем, который вам показывал по свежести своей. Но здесь еще больше морского и немножко цветочного. То есть, если цветочного, то это какие-то лилии или что-то такое здесь есть представлено, я не помню точно. То есть, такое что-то водно-цветочное, интересно намешано. И в этом Happy Attitude тоже для освежения именно в солнечную погоду, в жаркие дни. Вот вообще, наверное, в жаркие дни это вот эти вот два аромата будут у меня. Даже не два, а три. Еще белый чай сюда. Вот, три вот эти аромата будут такие мои самые незаменимые. Это когда уже будет температура 25-30, когда уже захочется освежиться, да. То есть не то, что там как-то пахнут цветочками или там, не знаю, как хотели там пахнуть ягодками, кто чем, или лимончиками, может быть, кто-то хочет пахнуть. Я вот хочу пахнуть вот так. То есть это свежо, и это вот таким вот ароматом, вот эти ароматы. Вот Avon просто, я думаю, супер будут, незаменимы в летний жаркий день. Вот, это именно у меня для этого. Тоже не думаю, что какие-то возрастные есть особенности. Водички эти и Faberlic Avon, которые показала вам, не стойкие, они подойдут абсолютно точно там прогуляться до магазина, можно на работу, если вы, например, не любите вот такие удушающие и очень сильно звучащие запахи на вас, то тоже можно присмотреться. Если вы не любите очень шлейфовые ароматы, то вот эти воды, вот 4, которые я вам показала, вам подойдут. Ну, наверное, чуть более стойкие, но менее редко встречающиеся. Я заказывала, по-моему, на Wildberries. У нас есть даже еще в обычных магазинах, я один раз покупала. А, вот эту вроде бы я покупала в обычном магазине, но точно знаю, что на платформе Wildberries есть такая вода. Это вода La Reef. У меня это Love Dance Woman. То есть это вода для таких летних, пляжных, жарких вечеринок, для дискотек. Если вы собираетесь куда-то на дискотеке, то вот эта вода. Насколько я точно помню, в ней есть нотка манго, и она очень отчетливо слышится. И если вы ее любите так же, как и я, то я могу вам эту воду посоветовать. Я-то абсолютно точно ее люблю. Манго здесь первым делом идет, стоит, очень перекликается с ароматом Faberlic Mango. Но тут еще более многогранный аромат, по-моему, то ли ананас, то ли кокос еще нотки есть вот в этом аромате. Он более интересный, более насыщенный, более стойкий и шлейфовый аромат. То есть вот этот, если сравнить с манго Faberlic, оно более вот прям манго-манго, более спокойное, и в нем меньше нот, одна нота манго. Здесь есть разные ноты, есть шлейф, и у меня его немного потрачено, как вы видите. В этом году планирую продолжать тратить летом. Очень даже не только приятный, но и вкусный аромат. Я могу его посоветовать и буду тоже им с удовольствием пользоваться. Вот это все, что я вам хотела показать в данном видеоролике про аромат. Если видео вам было интересно и полезно, поставьте, пожалуйста, им лайк. Если еще не подписались на канал, подписывайтесь, выставляйте колокольчик, чтобы мои новые видеоролики не пропустить. А, да, все, обещание это я говорила. Давайте все-таки, у меня сейчас камера не отключится, все-таки вам покажу, потому что у меня тоже память, не знаю, хватит, не хватит, но я вам попробую показать то, чем я делала
уже попрощалась, да, макияж. Все постоянно я забываю, потому что мало ли кому-то это действительно интересно. Ну, в общем, если кто-то хотел посмотреть просто ароматы, то тогда я уже с вами могу попрощаться. А если кому-то интересна тема того, чем я выполняла сегодня макияж глаз и губ, то давайте я вам покажу. В предыдущем видеоролике показывала я вот эти жидкие тени. Их я сегодня использовала в качестве базы, наносила на все веко. И у меня база сегодня корректором-консилером выполнена. Это вот такой нюдовый красивый оттенок. Я повторюсь, скажу, может быть, кто-то не знает, это Белор Дизайн мат айшедоу, то есть матовые тени Нюд Гармони. У меня это 4,6 грамм, тон 4. Там их несколько тонов, такой персиково-розовый. В предыдущем видео, оно будет первое точно выпущено про покупочки, заказы с Wildberries, там у меня есть все, будет в описании под видео. И в том видео у меня был блеск на губах. Сегодня, сейчас у меня в видео это карандаш. Я вот такие карандаши вовсю сейчас тестирую. Здесь у меня бальзам нанесен, потом карандаш. Это карандаш Flor Mar. У меня есть несколько оттенков. Сегодня у меня тон 405. Такой более, наверное, теплый тон. Такой терракотово-бежево-рыжий. Красивый, ну, интересный. Многие, я знаю, такие оттенки любят. Я вам потихоньку буду показывать эти карандаши, потому что мне их подарила моя подруга Вика. Привет тебе и спасибо. И мне кажется, что вот к цветочку, да, цветочек у меня сегодня на видео. Это у меня подарок от мамы. Вот, очень тепло, приятно с таким подарочком сегодня снимать. Может быть, еще не последнее видео с цветочком увидите. Может быть, еще на чем-то более однотонном. Сегодня вот на такой мне захотелось блузке, да, зелененькой для свежести показать вам видео и такой образ. И вот этот карандаш хороший. Он довольно стойкий, в дереве затачивается хорошо, нормально держится, ну, часа два, то постепенно съедается. Помада у меня сегодня в видеоролике я выбрала от Faberlic, такую вот бюджетную простую помадку, которая приятная. И эта помада, перламутровая помада для губ Glam Shine, многие ее показывают, у меня этот тон остался один. У меня было два тона, остался один. 40786. Такой бежево-розово-персиковый, ну даже бежево-персиковый, с небольшими блестками и шиммерами помада. Вот такая. Наверное, больше все-таки я считаю, что этот оттенок персика. Больше в теплый, чем в холодный. Но небольшая, прям совсем маленькая развинка, в нем тоже есть. Вот ее видно. Давайте подумаем. Вот такая вот красота у меня получилась. И мне очень нравится, кстати, освежает, хорошо выглядит, приятно свежо. Для глаз у меня еще были один оттеночек теней. Поверх этих персиков вот такой зеленоватый использован полупрозрачный карандаш от Avon. Сегодня у меня как подводка и на внутренней слизистой это Glamour Stick Teal Sparkle сегодня, то есть это который более бирюзовый, чаще использую зеленый, но сегодня захотелось мне этот, такая немножко блестящая, задорная, яркая стрелка получилась, но, к сожалению, есть один момент, эти стрелки нестойкие, если у вас долгий рабочий день, вот как у меня, может отпечататься. А так в основном это хорошее, потому что карандаш я особо никуда не хочу идти и в основном использую для внутреннего века, для слизистой. Давайте покажу еще раз оттеночек Teal Sparkle, такой бирюзовый цвет, бирюзово-зеленый, больше в голубой, с мелкими золотистыми блестками. Вот такой оттенок. Кстати, в каталоге Avon Апрель будут карандаши такие по бюджетной цене, по 149 рублей. Советую к ним присмотреться. Я буду делать заказ, ну, чтобы мне попасть немножко под зарплату. То есть буду забирать, наверное, только 15, потому что 15 у меня зарплата. Там я вам обязательно покажу, что я взяла, потому что там у меня будут вот эти карандаши абсолютно точно. Может быть, что-то еще возьму, какие-то продукты из новиночек. И сегодня у меня бирюзовая тушь на ресницах. Что-то мне захотелось немножко похулиганить, сделать поярче свой образ. И это не часто, а такой как больше акцент. Да, кто-то напишет, подходит, кто-то нет. Но опять же, сколько людей, сколько мнений, мне сегодня так захотелось. У меня сегодня вот эта тушь, мой любимый цвет колпачка, флакона и мой любимый цвет самой туши. Это ярко-бирюзовый My Crush Rilouie Color Volume Mascara. Причем вот эта тушь, она у меня сегодня одна без черной туши. Вот такая вот бирюзовая. Вот она у меня на ресничках. Покажу вам, да, что вот бирюзовая. И в два слоя она нанесена. По-моему, она является водостойкой. И еще в предыдущем видео, раз уж я вам показала косметику и заговорила про эти тени, не сказала про